В Туле все больше и больше любят хоккей. В этот раз разогрели болельщиков перед Кубком губернатора Тульской области мастер-классом с участием еще играющих, но уже легенд отечественного хоккея Александра Овечкина и Ильи Ковальчука. Событие получилось масштабным. Воспитанники Новомосковской академии Михайлова и Тульского Тропика, а также ребята из дворовых любительских команд заполнили почти всю площадку, впитывая каждый совет мастеров. Для Александра Овечкина, который вырос в Москве, такое событие стало просто приятным летним бонусом. А вот Илья Ковальчук сразу вспомнил свое детство. Я очень хорошо себя помню в таком возрасте, и я им завидую белой завистью, потому что такие условия созданы для того, чтобы они занимались любимым делом. Это супер. В Твери были чуть другие условия. У нас даже было время, что не было заливочной машины. И фигуристы всегда тренировались первые, мы выходили, уже по колено снега было, играли в синюю линию, ворот даже не было. Поэтому, что сказать, ребятам добрый путь и с огромным желанием, чтобы глаза всегда горели. После мастер-класса именитые капитаны взяли себе по команде и провели двусторонку, которая запомнится каждому мальчишке на всю жизнь. Причем подобных воспоминаний у ребят из Тулы и Тульской области в копилке уже немало, ведь их регулярно радуют встречами авторитетные игроки и тренеры. Спустя пару часов Овечкин и Ковальчук вместе с руководителями торжественно открыли турнир в Туле. Академия Михайлова в первом матче Кубка сыграла с Ирбисом. Видимо, заряженные наставлениями таких звезд парни из Тульской области уверенно разобрались с соперником. 6-0 в пользу Академии Михайлова. Вот что делают с молодыми ребятами встречи с их кумирами. И именно поэтому связь между поколениями нужно улучшать.